многие дворы домов оборудованы столиками для пинг-понга. Есть места, где стоят еще диванчики различные, столы жители сами вносят и ставят. Вот, пожалуйста, можно поиграть в пинг-понг. Я хочу заметить, что под китайскими домами лучше не ходить, потому что очень много кондиционеров, и реально все падает на голову. Даже если ты стоишь на таком расстоянии от дома, на тебя может капать вода, поэтому я стараюсь идти как можно дальше. Везде стоят мусорные баки для выброса мусора. Вход на подземную парковку и указатели к бассейну. Бамбука в Китае действительно очень много. Он растет везде, и это так красиво. Не помню, говорила я или нет в предыдущих видео, но китайцы очень сильно курят. Курят женщины, курят мужчины, курят молодые парни. Вообще у многих китайских парней, у них существует почему-то такая убежденность, что если ты не куришь, то ты не мужчина. И поэтому они искренне удивляются, когда, например, наши ребята отказываются курить. Если китайский предлагает сигарету, это значит, что ты ему очень нравишься, что он тебе симпатизирует. И многие обижаются, когда ты отказываешься закурить, и они не понимают, почему, как это ты парень, и ты отказался курить, ты что, не мужчина? Некоторые так прямо и спрашивают. Наверное, это все-таки какая-то пропаганда на них подействовала. Но к чему я вела? Потому что китайцы курят практически везде. Если ты идешь в какой-то детский парк или в аквапарк, естественно, там никто не курит. Естественно, никто не курит в магазине. Но в ресторанах, в кафе, даже вот здесь, вот возле бассейна, я наблюдала ситуацию, когда китайский папа привел своего ребенка. И пока ребенок раздевался, пока ребенок купался, китайский отец, он стоял просто и курил над бассейном, над головой своего ребенка. Было жутко неприятно, но у них это считается нормально, и у них это считается в порядке вещей. Они могут идти по улицам курить, они могут курить в ресторанах, в кафе, это не запрещено. Они могут стоять на остановках и курить, это не запрещено. Здесь это считается нормальным. Это бананы, друзья! Вот какие они еще зелененькие. Здесь на самом деле очень много бананов. Вон там еще места. Здесь. И это все, друзья, в нашем дворе.